Дорогие друзья, сегодня к нам пришла посылка. Мы всегда так любим это. Что интересно, вот здесь написано Made in China и иероглифы. Здесь большие-большие иероглифы. Я с помощью Яндекс-переводчика, ну, я думаю, все умеете, смартфон направляешь, там есть специальная программа, и переводит. Иероглифами китайскими написано «Лучшим котам планеты Земля». Ну, что да. Это такое? Мы не знаем. Открывай. Ну, судя по тому, что написано по-китайски. Что сегодня китайский сегодня, Новый год. Да, ночью будет китайский Новый год. Что-то там, логика. Наверное, логика. Интересное есть. Ну, давайте, все вместе с вами мы ничего еще не видели. Это всегда очень любопытно. Всегда ну, и вам тоже будет интересно. Так, итак, аккуратненько разрезаем. Я когда разрезаю, я всегда очень боюсь, потому что я видел такие смешные ролики, когда из коробки что-то выпрыгивает. О, Господи. Ага. Нам не нужно больше ничего живого. Нам за этим Буся, поухаживать. Буся нас не простит, если отсюда что-то выпрыгнет. У нас деревья. Да плюс нет, Муся. Ну, Муся, да. Муся, да. Да. Мне понравилось. Лучшим котам планеты Земля. Можешь представить? Угу. То есть нас знают. Давай, побыстрее открывай. Да прекрати. Уже интересно. Так. Ой, что это? Я все покажу. Сядьте. Mm-hmm. Китайская газета. Вечерний Пекин. Все по-китайски написано. Но на каждой странице практически наша с тобой фотография. Интересно. Шутишь, наверное. Не. Да. Потом покажу. Так. Сумка. Китайская. Нева. Я уже чувствую. Невия. По-китайски это обозначает Вовочки. Вова котюшки. Вот. Нет, это не Вова. И я хочу Санкт-Петербург. Да. Ой, уже хочу. Тихо, хочу. Подожди, надо внимательно. Кстати говоря, заглядывать везде. Зимой в Санкт-Петербург. Так. Я знаю, что ты не любишь зимой Санкт-Петербург, а я люблю музеи. Этот китаец наверняка был в городе на Неве. Хорошо. Давай дальше. Ты не представляешь, как тут все упаковано. Ну, дай-ка я покажу. Да. Ой. Только в Китае могут вот так все упаковывать. Да. Ну, давай, открывай. Все, садись. Я боюсь. Ну, что выпрыгнет, чтобы ты подальше отходил. Что-то шевелится. Ой. Что это? Ну, какие-то китайские мальчики. Может, так можно открыть без ножниц? Может быть, да. Я попытаюсь. Или девочки. Китайские мальчики или китайские девочки. Ой. Гирлянда, наверное, что-то такое светится, я уже вижу. Я уже боюсь. Ой, точно. Ой-ой-ой-ой. Так, гирлянды. Не, ну, а в коробочке что? Надеюсь, это не пух-пух, это просто горит. Давай, это аккуратно. Потому что в коробочке чего-то... Может быть, музыкальная шкатулка? Это может быть дракон? Точно. Давай, включай. Или ты потом? Не боишься? Нет, не боюсь. Ну, давай вон там вот. Та-та-та-та-та-та. Держись. Вот тут у нас есть розетка. Ой, страшно. Точно, ты посмотри, дракон. Дракон. Ой, какой интересный, необычный. Ой. Отходи. Ой. Какой большой. Китайский дракон. В Китае живет очень много драконов.
А вот если там нажать на что-нибудь, на какое-нибудь изображение, Володь, может быть, что-то и поменяется, а вот, или не, ничего не поменяется, да? Я боюсь. Нет, да? А вот кнопочка. Вот, вот. Ой. Дракон начинает... То ползет, то становится на месте, то так вот изгибается. Пусть дракон отдыхает. Где наша Муся? Подожди. Мусе будет это интересно. Муся, она ей еще интересна. Так, дальше. Как все упаковано, я тебе скажу. Давай быстрей, быстрей. Ну что это? Ну, я, как всегда, еще раз подтверждаю, я боюсь. Ну, что ты все боишься? Там что-то шевелится внутри. Ты не представляешь, держишь, а внутри что-то тук-тук, тук-тук. Как будто кто-то хочет вылезти наружу. Так. Что это? Ты знаешь, может быть, палочки. Вот эти пахучие. Да ты что? Может быть, я предполагаю. Так как я много был в Китае. И, в общем-то, знаю всю историю. Ну, немного. Китая. Ну, один раз мы с тобой были в Китае. Это дракон. Ой. Настоящий. Дышит. Дышит. И вот сюда, по всей видимости, вставляются вот такие ароматные палочки. И дракон начинает огнедышить. Сейчас он просто дышит. Угу. А если мы вставим сюда палочку, он будет огнедышать. Вова, зажег? Дракон, он думает сейчас. Ведь через час вступает он в Новый год. Ой. Дракона. Я дракон, но добрый я хочу всем пожелать здоровья. Здоровья, счастья, много сил, и чтоб ароматно была ваша жизнь. Уф. Ой, какой он. Дымит. Ой, дымит, да. Дымит. Хороший дракон. Дракошенька, ой, иди сюда. Здесь есть твой друг. Привет. И это еще не все. Там еще что-то. И как все упаковано, я вам скажу. В Китае очень много вот такой ткани с пузыриками. Я помню, когда-то в молодости, когда ты первый раз в жизни увидел вот такую вот с пузыриками, ты ее схватил и начал делать так. Пук, пук, пук. Ну попробуй. Пук, пук, пук. Это надо когти иметь женские. Пук, пук, пук. И я помню, ушел на работу, возвращаясь с работы, а ты все сидишь и пук, 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 пук. Ну это было вообще. У тебя такое счастье было? Было, было. Так, здесь что-то новое опять. И я тут не пойму. Ну, покажи коробочку-то хоть красивую. Как... Коробочка красивая, все из китайская. Ароматная, наверное, опять. Всё. Я думаю, какие-то свечи или подсвечники. Так, внимание. Наверное, опять... здесь свеча. И опять пук-пук. Ароматная. Пахнет. Пленочку опять такую, которую ты любишь. То ли бананом пахнет, то ли апельсином. Сейчас покажу. Ароматные свечи. Точно, ароматные свечи. Чем-то сладким. Ванилью. Ванилью, ванилью пахнет. Так, открываем. Сегодня встретим Новый год. Успешно, мои друзья. Ну-ка, покажи. Красиво. А когда свеча закончится, можно это использовать, ну, как я знаю, да, да. Для сейчас... варенья. А почему? Посмотри. Ну да. Я же думала, сейчас скажешь, как бокал. Не, у нас бокалов много разных. Как для варенья, например. Может быть, оливки положить, что-то такое, да? Mm-hmm. Какую-то специю. Не очень красивая. Очень. И ты знаешь, это хрусталь. Нет, ты лучше другое открой.
другое такое же будет. Ну да, и тогда постучишь, тогда узнаешь, хрусталь, не хрусталь. Не боюсь. А, и такая же, да, тоже? Да, получается, я думаю, такая же штучка. Я думаю, что такая же, да. Потому что все должно быть в Китае, все должно быть симметрично. Два уровня Нового года. Две свечи столетия. Очень я хочу поехать в Китай. Володь. Два направления счастья. Я помню, какие у них красивые парки. Вот. Ой. Вот. Ну вот. У нас тут уже домики есть. И вот такие свечи теперь будут стоять. Здесь открытка. На чисто китайском языке здесь написано. Ну, я буду уже переводить, потому что... Ну да, ты в совершенстве знаешь китайский. Ну, я поняла, да-да-да. Дорогой Владимир, поздравляю вас с днем рождения. Это меня. Господи. Признаюсь, пишу вам с опозданием. Ну, мы уже говорили, что у нас не бывает опозданий. Да-да. Да, у нас есть... Не поздравление, а опоздание это не считается. Это все правильно, нормально. Только сейчас получил от вас сообщение с видео про дерево. Смотрю его и улыбаюсь, и собираю вам свой пакет. Пусть все ваши мечты сбываются с такой же легкостью и волшебством, как мечта про лимонное дерево. Стоит наверху, мы сейчас сходим, проведаем его. Пусть из таких волшебных деревьев складывается ваше салое древо жизни. Также поздравляю вас с Аллой, с китайским Новым годом. Большого счастья на многие мили, здоровья, богатства и исполнения желаний. Ваша Маша. Китай. Я уже знаю, кто это. Маша Я из Китая. Если вы не верите, что здесь все написано по-китайски, вот, смотри. Все по-китайски. Я все перевожу. Так, и вот оно, это древо. Древо жизни. Ой, кто там сидит-то? Слон это на дереве? Маш-я. 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 Ваша Маш-я. Владимир Кот, с днем рождения. Вы супер. И все наши птички на дереве. Ой. Вот такой счастливый Новый год. Кстати, здесь тоже из Австралии привет. Угу. Ну, от Китая до Австралии там... Ну да. Что там? На карте покажем. Вот столько. Да. Спасибо. Маш-я? Маша? Наша Маш-я. Большое спасибо за поздравления, за юмор, за тепло. Мы всегда с радостью получаем и распаковываем твои, Маша, приветы. Маша, нам... а мы всегда ждем в нашем доме тебя. В гости. В гости, да. А этот Новый год китайский нам запомнится, потому что у нас огромное количество подарков. И есть даже вот такие вот чудесные дракончики, которые совсем не страшные, которые очень добрые, которые улыбаются и которые наполняют нашу жизнь теплом и добротой. И всех, дорогие друзья, поздравляю с новым китайским Новым годом. Пусть он нам всем принесет счастье, здоровье и мир, конечно. Все ждем. Дорогие друзья, а я вам что говорил? И вот теперь у Аллы такой... Релакс. Такой ткани... Психотерапия. Спук-пук на неделю. А я могу смело отправляться в какое-нибудь путешествие. Вернусь, а она все еще пукает. О, как здорово.